зовут Титаса Сакураба. Мне 11. А это любовь всей моей жизни. Сегодня обязательно бы попустила школу, только чтобы встретиться с ним. Но! Другая женщина в лице училки стала между нами. Неужели нам не суждено быть вместе? Читоса! Любимый! Читоса достанет тебя! Эпизод 1. Будни Читоса! А кстати, что ты в нем нашла? Хорошо, что ты спросила, Мисаки! А? Это случилось в тот день, когда на меня напала большущая злая собака. Ну, перестань! И тогда появился он! Привет, принцесса! И тогда щеночек напал! Щеночек? Нет! Пошла вон! Увидимся! Подожди! А потом мой спаситель молча удалился. Ты мелкая дрянь! Ошибка! Нет! Помогите! Нет! Перевод Керш. Озвучивание Нигауши. И Ким. Релиз подготовлен только для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра. Спасибо за просмотр! Девочки, да послушайте меня! Любимый просто невыносим! У него же есть я! Он задумал еще смотрину устроить! Вот оно как! И вы думаете, для кого? Ну... Ага, для нашей училки! Нашего синего чулочка! До сих пор даже парня себе не нашла! Боже, да кому она только нужна? Эпизод 2. Смотрины. А? Что? Ты что тут забыла? Пришла мешать мне? А вот и нет! Я пришла поддержать его! Ну да, конечно! Мамой клянусь! Здравствуйте! Кахилабара? Сейчас я объясню своей ученице все, что надо, и сразу вернусь. Сакураба! Ты реально мне сейчас мешаешь! Слушай, иди-ка ты домой! Нет, не пойду! К тому же, вам тут в любом случае не обломится. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ухожу! Уже ушла! Простите, иногда с детьми так сложно. Ничего страшного. Я рад узнать, что вы добры к детям. Вы сразу выросли в моих глазах. Вы сразу выросли в моих глазах. Вы сразу выросли в моих глазах. Мамунь, я его беру. Что? Погодите-ка. Любимый. Кахилабара. Он мой. Нет, мой. Разбежалась. Держись подальше от него.
Что-то мне домой захотелось. Относиться к тебе как взрослый? Да. Но ведь ты еще ребенок. Понимаешь, взрослые... Они, например... Как я. Эпизод 3. Взрослое очарование. Ну не все правда. Что ты как маленькая? А? О чем это ты? Неужели не видно, что я взрослая? Ну да. Чего бы сегодня такое надеть? Ладно, все взрослые в штанах ходят. Пусть Сакураба учится. Чё? Учительская. Ух ты, сегодня в платье! Так по-юному выглядишь? Тебе идет. Да, есть немножко. Да и в платье ничего не раздражает. Это ты сейчас про что? Та-да! Я сегодня в красивом платьице пришла. Ух ты, просто очаровашка. Теперь любимый точно на меня западет. Девушка всегда должна уметь себя подать. Да. Но тут главное знать меру. Молчала бы. Папина дочка. А? На день отца? В прошлом году вроде абонемент на массаж дарила. С праздником, папа! Поздравляю! Спасибо. Вот то, что вы так давно желали. Примите этот щедрый дар. Хорошо. А ты, Мисаки? Ванну с ним принимала? Или на свиданице в парк затащила? Вовсе нет. Не могу же я признаться, что ничего не делала. И что им сказать? День отца. Отца. Папин. Папусенькин! Мисаки, ты еще с нами? Подарок, значит? Учительница! Папусенькин день! Папусенькин! А вы что, ничего не будете своему папе дарить? Ну да. Абонемент на массаж? Нет, вряд ли. Ванну с ним примите? Лучше нет. Что-то еще посмелее? Нет, господи. Что такое? Я все никак подарок не выберу. Попробуй спросить, что бы ему хотелось. Пробовала. Но ему бы хотелось то, чего не подаришь. Просил никогда замуж не выходить. Ну и папаша у тебя. Учитель! А кто вам больше нравится, мой любимый или папа Мисаки? Не поняла? Это я не поняла. Так значит, вам папуля приглянулся? Нет, что ты! Ого, недостоин, значит. Вот попадалова. Хинака, очень воспитанная.
И такая классная! Кролики. Ребятки, я вам покушать принесла. Чё так поздно? Забудьте, что я раньше говорила. Морковка. Прости, я ее не ем. Совсем? Совсем. Эпизод 5. Нарядная Хинака. Сегодня мы занимаемся в парке. Не упади, Мисаки. Как знала, что второй костюм пригодится. Что это? Желудь. А твой? Лосось. Новая песня Ромы Желудя. Что? Все готово? Нет, пока еще нет. Сладенькой картошечки не хватает. Удобно? Да. Ну, нам домой пора. Ага. Похолодало? Или кажется? Ну и бог с ним. Перевод. Сейчас у нас рисование, так что выходим на улицу. Да! Эпизод 6. Набросочки. Обожаю папулика! И что же это? Хираги. А что ты рисуешь? Карандашный набросок. Сакураба! Блин. Ты не забыла, что на уроке? Ведь не могла же ты забыть. Перевод.
Доброе утро! Твоя одежда! Ты чего это, Хинако? Сегодня же пожарное учение. А это проверенный временем противопожарный костюм. Внимание! Учения начнутся со звуком сирены. Тревога будет не настоящей, но относитесь к ней серьезно. Хорошо! Глаза мои не видели. Эпизод 7. Пожарное учение. Я же учитель. Должна держать себя в руках. Но... Щелк. Как же здорово работать учителем. Спускаться будем здесь. Медленно и по одному. А ваша троица идет последней. Молодцы! Медленно и спокойно. Титосе, готова! Здорово-то как! Ай да еще раз! А ну вернулась! А вы скатываться не будете? Сегодня тревога только для детей. А, поняла, вы боитесь? Ну, только если чуть-чуть. Ага, застрять в скате. Асака Фудзи готова! Подождите! О, совсем и не страшно! Красивые трусики! Все спустились! Хинако еще там! Будьте осторожны с огнем! Будьте осторожны с огнем! Для пожара достаточно одной искры! Будьте осторожны с огнем! Живо слезай оттуда! Департамент благосостояния. Читоса! Что? А как же школа? Уроки кончились. Эпизод 8. Все вместе. А ты не хочешь с друзьями поиграть? Ты на меня гонишь? Нет, не гоню. Просто думаю, нельзя про друзей забывать. Поняла. Пока. Люблю. Теперь тут хоть потише будет. Так. И друзьяшек привела. Никого. А сколько вам лет? Вы женитесь на Титосе? Выходили на свидание? Целовались уже? А сколько вы получаете? Вот вы где! Простите, мои ученики вам работать не дают. Ничего страшного. А ну живо в класс! Кому говорю? Эй! Живо вернулись! Ёб твою ж мать! Переводка.
Опять учиться. В школе обычно этим занимаются? Интересно, что сейчас любимый делает? Что-то учительница опаздывает. Да. Сбегаю, поищу-ка я ее. Кого это ты поищешь? Эпизод 9. Обычные дни. Сегодня контрольная. Что? Я сама такую же писала в начальной школе. Сдала на пятерку. Ура! Большая перемена! Ты прям оживилась! Ведь сегодня у меня есть пудинг! Лучше бы оставить его на сладенькое. Точно! Покажу-ка я его любимому! Куда это ты направилась? Итак, каждый день. Тяжело пойти учиться. Везет вам, взрослым. Ни контрольных, ни экзаменов. Тут ты немножко не права. И у взрослых они есть. Как? Я, например, вот его оцениваю. О! И как он справляется? Ну... Сообразительности ему бы побольше. Да еще и чувство юмора. Не помешало бы. Он бывает тормозит. Я так не считаю. Он и на продленке был? А как же? Сегодня как обычно останется. Чего? Первый раз слышу. Ты уж постарайся ради нас двоих. Как понять двоих? Так, минус балл уже заработал. За что? Женщин нужно уметь понимать. Верно говоришь. Ой-ой-ой-ой-ой! Опять Титоса досталось. Снова продуло. А ты еще и верила в победу? Познай врага, как самого себя. Не испугает сотня битв тебя. Сперва нужно разузнать побольше об Асако. И как? Читоса достанет тебя. Эпизод 10. Ахиллесовая пята училки. Учительская. Училка куда-то вышла. Начинаем операцию по проникновению. Давай вернемся. Какая небрежность, оставила ящик незапертым. Да. Операция провалена. Вау! Слабое место? Я вот змей не люблю. А я тараканов. Учительница! Тараканище! Змея! Не сработало. Блин. Посмотрите, пожалуйста. Закрой глаза! Еще есть? Копии есть? Да, дофига. Когда успела? Проверка, проверка. Никому? Оригинал не нужен? Нет! О,
Загадывайте желания на Танабату. Ага, пишем их на бумаге. В этом году мы тоже последуем вашему примеру. Я уже написал несколько. Из-за тебя написал. Продлить свой рабочий день на 5 часов? Вот бы было здорово! Читоса достанет тебя, эпизод 11, Танабата. Сейчас я раздам вам листочки для желаний. Подходите ко мне. Хорошо. А что пожелаете вы? Парня себе найти? Делать мне больше нечего. Давайте дальше. Звездочка я, чего бы такого пожелать? Свадьбу с любимым? Ну так она и так будет. Роскошный медовый месяц? Так и это тоже будет. Красивенько. Да и бегать постоянно за ним тоже неплохо. Так чего же моей душеньке хочется? Заканчивайте? Уже можно собирать? Если что, бумаги у нас много. Учительница! Титоса убежала! Опять? Вы уже загадали желание? Пока нет. Давайте я за вас загадаю. Вот. Выйти замуж в этом году. Сакураба! Ты же это не серьезно? А? Мусор. Хираги! Хочешь, помогу стать настоящей звездочкой? Больно. Так и что ты загадала? Ничего толком в голову не пришло. Накалякало чего-то. Надпись Читоса, любимый. Понятно. Наконец-то бассейн открыли! Купальник? Надет! Шапочка! На месте! Разминка! Закончена! Поплаваем! Ты кто? Хинако? Читоса достанет тебя! Эпизод 12-й! Плавать разрешается! Господи! Ты что напялила? Так я плавать не умею. Так ты и без этого справишься. Просто расслабь тело. И оно само всплывет. Да, да. Особенно, если у тебя, как и у училки, пузико жирком обросло. Видишь? А вы плавать не пойдете? А, нет. Морщинки боитесь заработать? Да чтоб вас! Ну как? Меня само солнце не изжарит! А, уже поджилки трясутся! Но... Если директор застукает, голову мне оторвет! Поэтому отложим состязание! Что? Учительница надела бикини? Ага, разве так можно? Иди сюда. Разок, думаю, можно. И как? Его отсюда вытащить. Перевод.
Лето, у детей каникулы, а делать нечего. Вот бы Касивабара куда пригласил. Слушаю. Приветик. А, это ты? Чё надо? Мне помощник нужен. За порядком на празднике следить. А ты, гляжу, свободна. С чего ты взяла? С того, что сейчас рядом сижу и все вижу. Читоса достанет тебя. Эпизод 13. Праздник лета. Ого, сколько же тут палаток! Я бы рыбок половила. Поймай одну для папулика. И ее папулику нам попробовать. Какую же взять? Я лучше воздержусь. Смотри, как веселятся. Я тоже так развлекалась. Когда маленькой была. Сейчас уже так не поскачешь. Ага, заметно. Любимый, давай постреляем. Давай. Тоже попробовать хочешь? Ага. Тогда слушай, весь фокус в том, чтобы подобраться к цели как можно ближе. Пиф-паф. Пиф-паф. Не совсем так. Мимо бери правее. Эй, осторожнее. Сколько призов праздных. Эй, осторожней, говорю. Ах ты, карка старая. Попала. Столько призов. Ага. Что делать-то будем? Мне они без пользы, забирайте. Сегодня на литературе мы идем в библиотеку. И не забудьте, что шуметь там нельзя. Ладно! Читоса достанет тебя. Эпизод 14. Осеннее чтение. Знакомьтесь, кот. Котик. Умрет. Такие пироги. Кот, который возрождался миллион раз. Котик. Умирает. 1 миллион раз. Такие пироги. Соблюдайте тишину. Что? Тут главное не переборщить. Тихо, я сказала. Выбрала книгу. Эту. Язык жестов для чайников. Тебе по ней сочинение писать, дура! Ну все, напросилась. Пошутила я! Невинная шутка ребенка! Да не стойте, девочки, помогите! Ведите себя прилично.
школьная олимпиада. Я произнесу клятву от лица всех учеников. Любимый, ты смотришь? Нет его тут. Клянемся продемонстрировать командный дух. И состязаться. Папулик пришел. И состязаться честно. Выступала Читоса Сакураба из 5-го Б. Читоса достанет тебя. Эпизод 15-й. Школьная олимпиада. Участвующий в забеге, прошу на старт. Папулик. Внимание! Гепарды самые быстрые. Папулик обещал со мной пообедать. Сейчас нагоним. Ого, первым идет 2-й Г. И этот класс еще называют Г? Все лавры теперь сакурабы. Что, Хираги тоже хочет в барабан бить? Далее у нас перетягивание каната. Раз, два! Раз, два! Раз, два! О, уже состязаются! Удачи! Читоса! Ты пришел, любимый! Ты классно выглядишь! А теперь бег на трех ногах. Читоса! Пожалуйста, не подбадривайте ее, господин убийца! Успеха! Перерыв на обед! Папулик! Мам, можно любимый с нами поест? Конечно, можно! Моя мама классно готовит! Ого! У меня не только обеды вкусные! Я и сама еще довольно аппетитная! Победил 5-й Б! Ура! Мам, ты нас фоткала? Конечно, вот посмотри. Ну как? А где на них я? Этот барабан? Как тебе сказать? Привет, знаешь? Я же просил не приходить сюда. Почему? Мы же все равно скоро поженимся. Любимый! Что это было? Читоса достанет тебя. Эпизод 16. Знакомьтесь, Мика. Это моя племянница. Мика, поздоровайся. Hello. Что? Слушай, Читоса, не хочешь поиграть с Микой? Хочу. С меня угощение. Ура! Не хочешь поиграть со взрослой тетей? Любимый мне обещал угощение. Такие дела лучше доверять своему учителю. Перебьешься. Чего-чего? Я с ней играю. Да сейчас. Вот ты где. У нас собрание, учитель. Ваша племянница? Такая красавица. А ты как дура. Фигурка ничего, но возраст мне уступает. А это? После той выходки за ней нужен глаз да глаз. Давай знакомиться, Мика. Да, давай. Ладно, побежали? Помогите! К обеду не опоздайте! No! No! Весело-то как? No! 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 Помираю! Мика! Айда на вертушку! Нет! Сейчас я тебя раскручу! Нет! Нет! Ух ты!
Милости прошу, столик на троих. На двоих, троих. Читоса достанет тебя, эпизод 17 о еде. Кацивабара. Да. Я тут подумал. Любимый! Такой вкусный! Вот как! Здорово! Красиво! Любимый! Открой ротик! Спасибо! Тяпну эту! Эту? Дамы! Ваш десерт. Ура, пудинг! Твой любимый. С тобой не поделюсь. Или не надо? Спасибо, что пригласили. Да не стоит. А это... Может, мы еще как-нибудь? Что еще? Нет, ничего. Не смогла. Как и ожидалось. Это да. И вы тут? Сейчас же не обед. Училка ругаться будет. Ага. Увидит, отчитает. Но... Папулик сказал. Высокие такие, красивенькие, пухленькие щечки. Вот поэтому я их и опухляю. Вот, оно как. Читоса достанет тебя, эпизод 18, диета. Эй, ты что там жуешь? Ты мешаешь учителю придерживаться диеты. Только это? Учитель! Потолстели? Только если слегка. Учительская. Сэмпай, мне кажется, или ты потолстела? Конечно, кажется. Кто потолстел, так это ты. Нет-нет, по тебе куда заметнее. Не дурно. Взаимно. Бег по утрам? Согласна. Вот потому-то я и на диете. Меня от них уже тошнит. Хотите? Нет, блин. Может, и мне на диету сесть? Любимый бы сразу плюнул на мою фигурку. Любимый. Хлоп-хлоп. Тебе бы наоборот кое-где жирка нарастить. Хлоп-хлоп. Доброе утро.
Домашку сделала? Доброе утро! Я! Доброе! Мисаки! Куда уставился? Читоса достанет тебя, эпизод 19. Эх, девчонки! Стыд-то какой! Именно Мисаки! Пытались соблазнить моего любимого, да еще таким способом. И не стыдно? Я же сказала, что стыдно! Что значит быть девочкой? Угу. Ну, может, когда тебе нравятся милые вещи? О, у меня есть плюшевый мишка. Папаня подарил. А какая разница? У меня тоже есть мишка. Нацука просто без ума от такого. Не уверена, что это то самое. Ладно, проехали. Девочки, они определенно реагируют в разного рода ситуациях. Например? Например. Что ты делаешь, Хинако? Вот это реакция настоящей девочки. О, надо будет запомнить. Учительница! А вы девочка? Ну, как бы уже нет. Точно не девочка. Простите. Пожалуйста, забудьте сегодняшнее утро. Утро? Я почему-то вообще не помню, что было утром. Да и голова болит что-то. Ударился где-то. С завтрашнего дня начинаются зимние каникулы. Слушайтесь родителей. И хорошенько отдохните перед учебой. Не забывайте, как легко зимой простудиться. О, чуть не забыл. Читоса опять за свое. Вот мелкая. Читоса достанет тебя. Эпизод 20. Рождество. Эй, эй, а что ты хочешь на Рождество? Спокойный день провести. А я тебя хочу получить. Сакураба! Хватит меня подставлять! Асака, этот костюм... А, это для школьного праздника. Он вам так идет? Правда? Спасибо. Тут темно как. Читоса, какие планы на Рождество? Спрашиваешь, к любимому пойду. Ну да, конечно. А что дарить ему будешь? Вот. Ленточку? Как-то простенько для тебя. А я сделаю так. И вуаля. А вот это в твоем стиле. Тебе еще расти и расти для таких подарков. Недолго. Через 5 лет мне будет 16. Уже замуж можно. 16-летняя Сакураба? Любимый. Пять лет. Так скоро. Так скоро. Понравится? Иду. Читоса? Асака? Мисака?
Какие планы на завтра, Мисаки? Уборкой, наверное, займусь. И я. А ты, Хинако? Та же фигня. Здорово. Уборка – это так классно. Ага. Очень весело рвать старые бумажные двери. Разве? А тебе не нравится? По мне... Тут еще кеморой. Читоса достанет тебя. Эпизод 21. Воспоминания за весенней уборкой. Читоса, ты мне не поможешь? Конечно. Мамочки, сколько их? А что это такое тяжелое? А это... Любовные письма, которые я получила до замужества. Ого! А в этой? А тут любовные письма, которые я получила после свадьбы. Может, лучше их выкинуть? Да, еще как станет. Тогда зачем ты их держишь? Затем и держу. Смотри, твоя старая пижамка. Не хочешь примерить? Не налезет же. Ух ты, твоя старая пеленочка. Не примеришь? Не-не-не, налезет. Читосы-чан, пошли гулять. Как же я тебе рада, Мисаки! Что это на тебе? Умоляю, помоги! Ну чего ты упираешься? Только примеришь и все. Нет! Что угодно, только не пеленку! Не поедешь родных навестить. Они и так живут неподалеку. А ты? Денег нету. А, есть такое. Скучно тут. И не говори. Читоса достанет тебя. Эпизод 22. День перед Новым годом. Мисаки-чан, иду. Айда бить в новогодний колокол. Еще слишком рано. Ах да. А что тогда делать? Может, пройдемся и всех поздравим? Касивабару, например, учительницу. Идем. Только за Хинако заскочим. Лады. Слушай. Я проголодалась. Есть только бутылка. Хинако, ты дома? Да. Доброе утро. Ась? Я енотик. Почему енот? Проводим этот год, чтобы не возвращался. Агась! Напьемся, чтобы напрочь про все забыть. Агась! Сейчас. Вам чё? Мы поздравляем всех с Новым годом. Хироси сейчас нет. Эй, вернитесь! А меня поздравить не хотите? Кто стучится в дверь моя? Вы не из пиццерии? Нет. Собу принесли? Никак нет. Ах да, урок окончен. А?
Дин-дон, дин-дон. Господи, убереги меня, пожалуйста, в этом году от проделок читосы. Учительница! Вы тоже пришли на новогоднюю службу? Да. Я пожелала, чтобы этот год был спокойным. Понимаю, быть подругой читосы нелегко. Сакураба! Ты можешь хотя бы в Новый год не пакостить! Смотри, чего учинила! Все в порядке. Наверное, слишком маленькую денежку кинула. Читоса достанет тебя. Эпизод 23. Новогодняя служба в храме. Вы такая красивая, тетя-жрица. Спасибо. Эй, эй, а вы делаете? Изыди, злой дух. Я только на праздниках тут подрабатываю. Фи, как скучно. Я не сгоняю духов, но знаю, как приворожить мужчину. С этого места поподробнее. Ух ты! Вы пожертвуете такую большую денежку? Я же молюсь за здоровье своих учениц. Если с вами за этот год ничего не случится, она полностью окупится. Учительница, я думала, вы жениха просите. Все, не приставай. Как вам? Мне его на заказ шили. Вот везет. Вот бы мне такой на следующий год. Та-дам! С Новым годом от Хинака! Что это? Кот дракона же! Новогодний наряд! Учитель, до свидания! В школе еще есть леденцы. Только сразу домой! А теперь... Можно мне свадебный талисман? Благодарю за покупку. Здравствуйте. Меня зовут Хироси Касивабара. Работаю я госслужащим и стараюсь быть полезным обществу. Слушаю. Нет, лапшой мы не торгуем. Читоса достанет тебя. Эпизод 24. День из жизни Касивабары. Если не брать в расчет то, что к работе не относится... Я вроде как справляюсь. Читоса Сакураба. Такая маленькая непоседа. Но это не всегда в плюс. Мало того, что надо мной теперь подшучивают. Ну даешь, школьницы прям прыгают тебе на шею. Так еще и забот подкинули. С этого дня Хироси Касивабары поручается присмотр за Читосой. Никогда не считал себя педофилом. Враг всех женщин. Женский коллектив. Но кажется, любви все возрасты покорны. Мужской коллектив. Сакураба вам мешает? Да нет, дело в другом. Она девочка, а это все усложняет. Любимый! Обращаться с осторожностью. Вот так. Сакураба! Живо вернулась на свое место. Однажды мы с учительницей Фудзи чуть было не поженились. Но, так как у меня совсем нет времени думать о женитьбе, я ей отказал. Надеюсь, она еще найдет свое счастье. Это я! Ну, привет. Мика, моя племянница. Только понять не могу, почему она живет со мной, а не с отцом. Милая девочка. Но порой ведет себя странно. У аппарата. Есть кто живой? Есть. Ух ты! Кончай свои дурацкие шуточки. Как быстро они сдружились. Ма, жизнь у меня не сахар. Но я верю, что когда-нибудь мне дадут спокойно пожить. О,
А, самодельный шоколад? А справитесь? Может мне помочь? А можно? Зайдите ко мне после занятий. Ура! Читоса достанет тебя, эпизод 25, главное, своими руками. Учитель, а с чего обычно начинают? Сперва нужно размельчить готовый шоколад. Это самое мутор. Эй, Сакураба! Один удар и вдребезги. Ага, мои дружеские отношения с соседями. Теперь кусочки шоколада нам нужно растопить. Безопаснее всего его выпа... Эй, ты! Так быстрее. Он же испарится. Ой. По вкусу можно добавить сливок или алкоголя. Главное, не переборщить. Сакураба! Взрослые так любят. Ох, не думаю. О, молодцы. Так, так. Эй, вы, а застывать он сколько будет? Примерно вот так. Ничего сложного ведь. Попробуйте сами. Для первого раза неплохо. Для первого раза сойдет. А вот вы, барышня. На конкурс ледяных скульптур собрались? И последнее. Упаковать. Молодец. Сразу видно, что сама делала. Закончила. О, молодец. Отличный мячик вышел. А, это сердечко. Ну все. Осталось только подарить. Ну как? Не обернусь. Хоть убейте. Не обернусь. Читоса достанет тебя, эпизод 26. Кто первым встал, того и тапки. В день Святого Валентина. Ну, наконец-то! Сегодня подарю шоколадку любимому. Удачи! А то. Мика? А это у тебя для любимого? Да, для него. Хироси дал слово, что пойдет на свидание с той, кто первой подарит ему шоколад. Как? Гудбай! А ну-ка! Шоколадик для папулика. А, для папулика? Извинись перед ней. А ты что, не виновата? Забыли, что нельзя шуметь в коридоре. Учительница! Любимый. Что тут произошло? Сладко поздно. Для сладкого прощания. И не говори.
Перевод Карш. Озвучивание Негауши и Фобия. Тайминг Негауши. Релиз подготовлен только для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра. Сайт animespace.org. Ну вот и конец. Спасибо, что оставались с нами. И до встречи в новых релизах.